Ильич, когда вы скажете свое решение по поводу Енисея? Никогда. Почему? Ну, и когда время придет, тогда я скажу. Как я могу сказать, если я не знаю пока ничего? Ну, а к чему вы склоняетесь? Я не склоняюсь ни к чему. Я все варианты прорабатываю. Я же не могу, сломя голову, броситься куда-то там. Все, как с карты ляжет, так и будем делать. Хорошо. А Слон считает, что в случае вашего ухода могут покинуть сразу несколько игроков основы вместе с вами в Енисей. Это... Что вы на этот счет думаете? В Енисей? Ну, с вами, да. Я не знаю, где я окажусь завтра. Ну, про футболистов я вообще не могу ничего сказать. Но если что-то будет, вы узнаете об этом. Сейчас пока нет информации вообще никакой. Но вы бы хотели кого-то взять с собой, если уйдете? Ну, это надо с руководством тогда и себя обговаривать, если нужны медийные люди, тогда. Ну, просто, например, Мана говорил, что он хочет с вами пойти в Енисей вообще в проф заиграть. Ну, наверное, возьму кого-нибудь. Ну, я возьму, если при варианте, что я уйду. Угу. Я могу не уйти еще. Угу. То есть 50 на 50 сейчас? Да. В случае, если вы уйдете, также это повлияет на весь тренерский штаб? То есть весь тренерский штаб уйдет из Тудронс? Ну, точно уйдет Альберт Николаевич, это 200%. Угу. Вот, а остальные я не знаю как. Ну, Максим Евгеньевич? Пока разговора у нас не было с тренерским штабом, но это тоже зависит, сколько я человек могу с собой взять. Но это при варианте, что я уйду.